И снова здравствуйте. Меня зовут Сергей. Я играю на акустической гитаре каверы классических рок-композиций. Вернемся в 60-е годы, в самую середину 60-х, к группе Rolling Stones. В 1966 году вышел их новый экспериментальный альбом. Ну, экспериментальным он является потому, что ребята пробовали самые разнообразные, необычные инструменты. Африканскую маримбу, гармошку и индийский ситар. Открывает альбом песня, которая называется «Mother's Little Helper». Очень добрый, очень хороший текст. Речь идет о том, что может немного успокоить мать, конечно же, вести о ее ребенке. Сейчас прозвучит кавер этой мелодии. What?